Друзья, приветствую всех на моем канале. Сегодня я хочу вам сделать ритуал на загадывание желания, на исполнение желания. Желание у вас может быть любое. Кому-то нужно здоровье, кому-то нужны деньги, кому-то нужна пара, выходить замуж, жениться, бизнес создавать, квартиру покупать и так далее. Значит, я буду читать тексты, а вы в это время будете... Да, можете проговаривать даже свое желание, конечно. Конечно, вы должны смотреть в одиночку этот ритуал, чтобы никто не слышал ваше желание. Никому не рассказывать, конечно, что вы смотрели ритуал и загадывали такое-то желание. Ну и посмотрите, что у вас сбудется, потому что может быть такое, что вы загадали одно, а вам дадут что-то сопутствующее, исполнится что-то то, что приведет вас к вашему исполнению вашего желания. Поэтому... У всех будет проигрываться по-разному. Я благодарна вам всем, кто меня смотрит, кто мне высылает благодарности, донаты, лайки, комментарии ставит. Благодарна всем, всем, всем. Начнем. Имя свое называйте. И говорите ваше желание. Вслух можете произносить. Можете шепотом. Имя ваше и ваше желание называйте. Можете изложить вашу просьбу, желание, просьбу. Имя ваше и желание изложите. Просьба или желание? С
смотреть можно несколько раз. Несколько дней подряд можете возвращаться, смотреть этот ритуал. Мы в ритуале. Процесс идет. Имя ваше? Желание называть? Имя ваше. Желание излагайте. Говорите желание. Имя ваше и желание называйте. Имя ваше. Желание называйте. Не загадывайте желания, которые противоречат моральным нормам. Увести жену, увести мужа у жены или еще там что-то. Такие желания не загадывайте. Так, сконцентрируемся еще немножко. Пока свечи горят, энергетика работает, желание исполняется. Наши просьбы идут все во Вселенную. Идут, уже ушли. Некоторые желания, видите, уже ушли. Вы помните, да, для того, чтобы исполнилось желание, нужно отдать какие-то деньги, маленькие деньги, для того, чтобы исполнилось желание или увеличились, пришли к вам, исполнились ваши желания, пришли к вам благо. То есть, как хотите, задобрить Вселенную, как хотите, можете это называть. То есть, вы поняли, да? Что-то нужно отдать, мы отдаем обычно деньги, для того, чтобы исполнилось. Какие хотите, монеты, какие хотите. Нужно отдать в пространство.
Так, ждем, когда догорят свечи. Работа идет, энергетика идет. Для того, чтобы исполнить ваше желание, нужна энергия для исполнения вашего желания. Вот в этом ритуале вы ее получаете. Мы находимся все в энергетическом, божественном, мне говорят, канале. Мы подключаемся к высшим энергиям, высшие силы исполняют наши желания. У всех по-разному, сроки будут разные исполнения вашего желания. Ждем немножко, я еще доработаю, чтобы прогорели свечи. Значит, этот ритуал можно смотреть перед, например, вам нужно идти устраиваться на работу, да? Вы можете смотреть этот ритуал, вам тоже будет даваться необходимая энергетика для того, чтобы получить желаемое. Вот. Или какое-то событие у вас должно произойти, например, пожалуйста, посмотрите этот ритуал. На свидание вы идете впервые, чтобы все хорошо прошло. Или бизнес вы начинаете, все что угодно. То есть смотрите, это желание, это все пойдет вам во благо. Свечи догорают. Энергетика проработала. Ваши желания уже ушли в пространство, во Вселенную. О вашем желании никому не рассказывайте. Можете советовать мои видео, делитесь моими видео. Советуйте друзьям. Все, что им нужно, у меня на канале, они все это посмотрят и сделают, кому что нужно. Не рассказывайте конкретно, что вы делали. Ваша жизнь – это только ваша жизнь. Я вам только помогаю. Вашу жизнь проживаете вы. Наш ритуал заканчивается. Все хорошо прошло. После ритуала вы будете чувствовать бодрость, энергию. Крылья за спиной у кого-то будут расправляться. Будет такое ощущение, хочется выпрямить спину. Выпрямиться в полный рост. Будет ощущение уверенности в себе. Мощь, сила, энергия. Вы будете чувствовать, что вам помогают свыше, через меня. Все ваши желания будут исполняться, у каждого в свое время. Я благодарна вам всем.
Я жду вас на своем канале. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. У меня еще очень много интересных идей. Вы видите, что мои ритуалы не похожи на ритуалы других мастеров. Потому что ритуалы мне дают высшие силы. В моих ритуалах работает божественная энергетика, благодатная энергия. Сейчас свеча догорает. Желания исполняются. Я люблю вас всех. До встречи, друзья. Заходите на мой канал. Я вас жду.